Привет, интернет! Помните, я вам обещал как-то разыграть что-нибудь сазон, какой-нибудь инструментик для ремонта и строительства до 2000 рублей. Так вот, он стартовал с сегодняшнего дня. Итак, разыгрываю я два вот таких вот складных универсальных ножа на сумму примерно 2300 будет. Вот, ну, подороже, да? И разыгрываю среди тех, кто живет недалеко от Озон и кто может получить при выигрыше эти ножи в пункте выдачи Озон. Как-то так. Ножи удобные, хорошие. У меня подобный нож есть Стэнли, который я 8 лет юзал, как бы, и сломал в прошлом году лезвие основное. Тут, видите, два лезвия. Одно трапециевидное сменное, другое несменное. Вот, и не могу найти никак замену тому лезвию, клинку, который сломал. Ну, ладно, возможно, я в следующем месяце, в мае, такой же себе приобрету и сделаю обзорчик. В общем, для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, надо, сейчас выйду и покажу, надо зайти в группу ВКонтакте, подписаться на нее, Айда Мастера, сделать лайк публикации с розыгрышем, сделать репост на свою страницу этой публикации, закрепить эту публикацию у себя на странице, чтобы когда я буду подводить итоги и вы окажетесь среди победителей, среди двух победителей, я перейду на вашу страницу и сразу же увижу этот репост, да, чтобы я не ворохи за неделю с чем-то других репостов я не искал эту публикацию, у нас будет сразу закреплена. То есть надо сделать закреп этой публикации до конца проведения розыгрыша. Ну и пятое, чтобы ваша страничка была живая, а не бот, фейковые всякие там страницы. Как-то так. Разыгрывать буду с помощью сервиса RentStuff. Так что, ребят, вот удачи. Вот такой вот призы, как и обещал вам. И в мае я себе тоже приобрету такой нож, где-то в середине мая, и сделаю обзорчик на него. Вот, и сравню со Стэнли, то есть Вира будет сравниваться со Стэнли, одинаковые два ножа. Как-то так, надеюсь, вам понравилось, заметьте лайки, подписывайтесь, и до новых встреч, пока!